Сегодня, короче, произошло неприятное для меня событие. Тот медведь, ишак шерстяной, косолапый, которому я в прошлом видео отрезал яйцо, выследил меня. Вот, выследил меня, мой участок, где я живу. Не поверите, что он сделал. Полюбуйтесь. Он насрал. Насрал буквально с утра до того, как я приехал на участок. Да, говно еще теплое. Пришел он оттуда из леса. И, возможно, будет ждать вечера, чтобы напасть на меня. Очень неприятная ситуация. Дело в том, что у меня здесь на участке мало оружия. И я буду вынужден применить боевую магию. Сегодня я расскажу, как это делается. Вообще, я не очень люблю, конечно, хвастаться своими знаниями в области черной, белой магии, боевой магии. Но надо будет как-то просто объяснять людям то, что произойдет сегодня. Да, я обучался у древних шаманов, друидов и других, колдуны там всякие, ведьмы. Я 15 лет в тайге, в лесах обучался, проходил, короче, даже как бы квалификационную комиссию. Да, мне дали звание черный боевой маг, наградили боевым посохом, который, в принципе, нужно было сделать самому. И так вот я вот стал обладателем этих тайных знаний. А сейчас я вам покажу сам боевой посох, с помощью которого я как бы и буду бороться с косолапом. Вот так вот он выглядит. Это, ну, вот такой вот боевой посох боевого мага черного. Выглядит, конечно, как будто говно на палке, но нет, на самом деле это не так. Вот, например, он инкрустирован камнями, кажется, да? Но нет, это не просто камни, это камни из почек убитого мною медведя. А сам посох был сорван с дерева, под которым цвел папоротник. Вот. То бишь тут все магическое, даже вот эти вот бубенчики. Ну, как бы после сдачи экзамена по черной магии трем старейшим друидам, двум шаманам и четырем ведьмам нужно отправляться, собственно, за посохом, за боевым. Его нужно срывать с ветки дерева, под которым цветет папоротник, и все, что вокруг там можно собрать, все будет нести с собой очень сильную магическую силу. Сильную силу, нормально сказал. Ну, короче, вот так вот я и собрал этот посох себе, да. Вот уже 20 лет он со мной. Солнце село, а это означает одно, что его больше нет. Пиздец, мудрец, да? Смех смехом, а медведь кверху мехом. Это означает, раз солнце село, значит, скоро этот козел шерстяной припрется ко мне, чтобы убить меня. Но я его жду. Я, мой боевой посох и моя магия. Итак, настал час расплаты. Я обнаружил этого косолапого шерстяного урода. Я знаю, где он прячется. Прячется он вон там, прям в 5 метрах от моего участка, в малине. И для начала я атакую его же говном, только с заклинанием. Настало время магии, черной магии. Это будет жестко, по-настоящему лютая херня. Черная магия и мой боевой посох. Магический боевой посох. Экспелиамус, ёпта! Авада кадавра. Волате асцендере! Крусиал! Ascendere! Por contra!